В ДНР также заявляют, что украинское командование оставляет на произвол судьбы не только живых солдат. Как сообщается, батальон «Киевская Русь» отказался забирать тела бойцов, погибших в поселке Редкодуб. Дозвонились полковнику ихнего батальона, сказали, заберите своих 200-х, потому что вы их оставили тут один, там в поле еще парочку валяются. Он сказал, я пью водку, мне на этих 200-х, а вас мы все равно порежем. Чтобы избежать ненужных жертв, силовикам, находящимся сейчас в Дебальцево, предлагают сложить оружие и спокойно покинуть окружение. В ДНР даже готовы предоставить военнослужащим автобусы для вывоза их на территорию Украины.